Ну, учитесь быть блогером, друзья. Ничего делать не надо. Река Ака. Снимаю из парк-отеля «Лазурный берег». Спускаемся до конца. Вот тут пляж. Ну, на Яльчике лучше. Понимаете, эту фразу можно автоматически уже сказать к любому, куда бы ты ни прибыл, что на Яльчике лучше. На Яльчике лучше всего. Что-то боюсь, что у нас пока туда доступа нет. Хотя и это не точно. Посмотрим, как пойдет. Как пойдет, куда пойдет. Запас денег пока есть. Этот запас я бы хотел вложить в развитие канала. То есть свободно поездить куда хочешь. Поснимать. Вот вам, пожалуйста. Круто. Пустынный пляж, холодный ветер. Благородная русская река Ака.